Всем доброе утро. Смотрите, какое оно прекрасное. Сегодня был заморозок. Вот время 7 утра. Мы сегодня будем ходить с металлоискателем, но не по монетам, не по старине, а по железу. Я смотрю, много каналов есть по этой тематике. Люди смотрят, ну, думаю, моим подписчикам, может, тоже будет это интересно. Поэтому смотрите. Были у меня уже выходы такие. Вот, находки были. Сдавал железо. Так что мне понравилось. Смотрим. Первая находочка. Такой вот уголок. Толстый. Метра два, наверное, толщиной, тяжелый, наверху лежал в копилочку. Ходим дальше. Ну вот у меня очередной сигнал. Вот такая вот болванка. Думаю, мы что-то сегодня наберем. В лесу хожу. Раньше здесь поля были. Видимо, технику ремонтировали. Ну вот. Потихонечку. Еще есть сигнал. Сейчас посмотрим, что тут есть. Ребята, тут второй бонус. Знаете, еще одна такая же вот. Первая. А вот вторая. Даже еще. В середине. Вот, вальчик у меня. Вот. Еще есть масса. Набирается цепочка. Ладно. Посмотрим, может, еще сигнал тут есть. Ребят, походу ремонтировали технику. Монтажка. Ребят, буквально за 10 минут копа. Такой вот результат. Ладно, день только начинается. Двигаемся дальше. Ну что, ребят, вот я минут 15 еще 20 хожу. Все на месте. Здесь вот пенемки все за собой засыпаю. Вот. Находочки есть. Такой толстый железо. Такие вот штуки, уголки, цепи, трубы попадаются. А, солнышко встало уже. Красота в лесу. Ладно, ходим дальше. Ну вот, ребят, загрузил все железо. Вот это вот цельное. На килограмм 20 весит, наверное. Одна зата. Здесь у меня. И полный багажник. Сейчас посмотрим, поедем на приемку. Сколько это будет денег. Приходится возить на легковушке. Так как нет другой машины пока что. Как-то так. Здесь тяжелый он. Пальцы. Трубки нашел, порезал их. Ладно, после приемки посмотрим. Ну что, ребят, вот наш сегодняшний заработок. За 4 часа, в принципе, я думаю, это нормально. 3200. Судите сами. Мы набрали 249 килограмм по 13,50. Как-то так. Кому понравилось данное видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем удачи. Пока.